Здравствуйте, уважаемые друзья! Вот нам сеточку привезли. Сетка у нас затеняющая. Сетка затеняющая. Протект М нам привозит, по-моему. Протект. Или Протект, да. Проект. Не помню я. Точно я там посмотрю. Сетка затеняющая. Мы используем 6-метровую. На 50 вот рулон. И 3-метровую. 4 рулона. 55 затенения. 3 на 50. Сеточки взяли. Ну и я так примерно скажу. 6-метровый рулон и 4 рулона по 3 метра обошлось в 20 тысяч. Плюс доставка там, ну это, они по всей России работают, в принципе. Протект, по-моему, кому надо, WhatsApp мне напишите, я скину ихний номер общий. А притенять мы будем следующее. Вот сетка, которая пришла к нам, 6-метровая. Мы в два раза ее скручиваем, и вот на боковинке. На боковинке ее, чтобы она была более плотная, боковинки должны быть плотные. Но здесь как бы уже пойдет продолжение этого теневика, поэтому вот эта вот часть будет сниматься, естественно. Вот эта часть будет сниматься, и здесь будет дорожка, опять щебнем все засыпано будет. А здесь пойдут две грядки опять. Сейчас доделаю, сколько смогу. Дай бог успеть осенью это все сделать. А в этом теневике мы сейчас пойдем и посмотрим, как у нас тут сетка опять на боковушках расположена. Вот можно видеть сетку эту, недавно я прикреплял. Внизу все степлером, вверху стяжки поверху. Это 3-метровая, 50% притенения, 55. Вот здесь стяжки, здесь стяжки. Стяжки тоже надо правильно крепить, потому что если в одну сторону, с другой стороны ее затягивать, то она оторвется быстро. Если с этой, она как-то все равно держит получше, я заметил это. Ну вот, ну можно еще здесь вот прикрепить. Можно еще, но там пока доска не положится, потому что там сеется будет можжевельник. В общем, вот так примерно крепится сетка. Здесь у нас 14 метров из рулона, 1/3 практически уходит. У нас там 4 рулона, ну сетка можно по бокам было не цеплять, нацепить просто сверху, но последнее время такая жара стоит, что приходится и на боковушках. Ну на боковушках она остается на зиму, как выдержит, так выдержит. Там посеется, здесь будет готово весной к посадке, чтобы уже не думать, не гадать, куда что рассаживать. Уже быстренько рассадились и все. И начинаем поливать. Ну, по сетке вроде бы все. Ну, это, по крайней мере, проверенная сетка. Раньше брал я турецкую, но это ростовская. Именно ростовская, я не знаю, кому-то турецкая понравилась, кому-то нет. А вот мне ростовская сама то. Поэтому вот пользуемся такой сеткой. Ну, если можно тут видеть, она идет в рулонах. 55% притенения, вся она. И 6-метровую мы в двойном слое и на боковушке.